Лариса, знаменательное событие. 15-й симпозиум Бега Симадос. Он состоится в Москва-Сити. Много это или мало? Ну, конечно, это много. За 15 лет работы одной системы мы постигли очень многое, как с точки зрения механики имплантата, так и с точки зрения биологии ткани и его интеграции. Что нового принесет симпозиум? Ну, в первую очередь, это съезд коллег, друзей, который сложился за эти 15 лет. Второе, самое главное, это то, что мы будем делиться открыто информацией как о положительных, так и в большей степени об отрицательных моментах, которые происходят при интеграции имплантата или ошибки при протезировании на имплантате. С одной стороны, конечно, проблем много. С другой стороны, мы часто слышим, что при имплантации вообще нет проблем. На самом деле мы все хорошо знаем. Работает, если человек работает, у него всегда происходят какие-то нюансы, которые надо изучать. И поэтому я с удовольствием вас всех приглашаю на этот симпозиум. Он вам даст очень много информации, честной, правдивой, которая вас приведет к тому, что вы будете минимизировать свои ошибки и достигать все большего и большего успеха. Что касается первичного симпозиума, с чего мы начинали? С того, что, конечно, мы в 90-е годы много ездили в Германию и в Штаты, на те же конференции, симпозиумы. Но в какой-то момент к нам пришел Миргазизов, профессор, всем известный корифей в имплантологии, и сказал, надо делать свой. И как Алексей Николаевич Шарин, профессор, говорит о том, что вот он сказал вот таким образом, что надо обязательно мегастом, чтобы участвовал. Безусловно, все это имеет место. И мы с этого момента стартанули, и вот уже 15-й симпозиум за 15 лет. То есть мы его проводим ежегодно, вот приблизительно в это время. Приглашаем вас всех еще раз на симпозиум. Мы будем рады встрече и готовы поделиться любой с вами информацией.